Детский смех, улыбки, забавные аниматоры и конкурсы. Танцуют и веселятся даже самые маленькие гости праздника. Это детский клуб «Равансик» распахнул свои двери для юных анапчан и гостей курорта. От 2 лет детки, да, мы всех ждем на кратковременное пребывание, до 3 часов детки могут находиться. Также у нас есть мастер-классы, у нас есть иностранные языки, есть вокал, изобразительное искусство, игры на логику, шахматы, очень-очень много всего. Деятельность клуба направлена на раскрытие творческого потенциала ребенка и расширение границ его мировоззрения. Здесь помогут с развитием речи, моторики, вокальных данных, аналитических и логических способностей. В «Равансике» большой выбор курсов и мастер-классов. Среди них обучение шахматам и развитие детского творчества. Мы планируем заниматься не только творчеством, но еще и детским прикладным искусством, не только ИЗО, а также открыт курс дизайна, открыт курс черчения. А дети уже можно постарше где-то на черчение лет 10. Очень замечательный праздник, спасибо организаторам, очень весело. Деткам очень понравилось, обязательно будем ходить на мастер-классы. Гости клуба «Равансик» оценили его выгодное расположение. Пока ребенок находится под присмотром опытных педагогов, мама может посетить салон красоты «Прованс». Здесь есть все, что необходимо современной женщине в индустрии красоты. Парикмахерские и косметологические услуги, ногтевая студия и даже коррекция фигуры. Детский клуб «Витязева». Мы открывали его с любовью, с чувством для деток от 2 лет до 12. Это для деток. Также у нас будут мастер-классы для взрослых по художественному искусству, по танцам, по вокалам. Здесь место найдется для каждого. Здесь мы всех рады видеть. Подробная информация о группах, в которые ведется набор, в Instagram «Равансик Kids» и по телефону 8-918-063-3505. Анапа, Пионерский проспект, 255/2, жилой комплекс «Солнечный».